представьте себе, что у нас имеется шахматная доска. 8 на 8. Да, конечно, 8 на 8. Король. Как король ходит, все знают, да? Да. На соседние по горизонтали, по вертикали или по диагонали. Вот, да, на одну плечо. Король прошел. И когда нарисовали маршрут этого короля, то выяснилось, что это не самопересекающаяся линия. То есть он никогда свой путь не пересекал. Вот. И прошел по всем полям. Прошел по всем полям. Начал в каком-то одном поле, закончил в каком-то другом. Вопрос. Какое наибольшее количество диагональных ходов могло быть у этого короля? Значит, повторяю. Прошел по всем полям по одному разу. Когда нарисовали путь, то получилась линия, которая себя не пересекает. То есть отметили точками центры полей, на которых он был, и подряд в том порядке, в котором король шел, соединили. Так вот, выяснилось, ребята, что получилась не самопересекающаяся линия. Вопрос. Какое наибольшее количество диагональных ходов могло быть? Да? Ноль. Наибольшее ноль? Это вы как-то плохо думаете о короле. Это значит, что по-вашему он всегда обязан был ходить либо по горизонтали, либо по вертикали. Ответ неверен. Нет, нет, извините, у вас уже все. У вас уже вот это поле будет не пройдено. Надо, вы просто условия не поняли. Надо, чтобы король прошел по всем полям. Может, он и будет отсюда. Но этот, вот он сюда уже, когда пойдет, то он пересечет свой маршрут. А он не имеет права пересекать свой путь. Ребята, в математике слова имеют смысл. В математике надо слышать все слова, которые есть в слове. Да. 62 диагональных хода. А вы вообще знаете, сколько у него будет ходов всего? Он начал на одном поле, закончил на другом. Сколько он всего сделал ходов, знаете? 64. Неправильно. 63. 64 поля, но начал не там, где закончил. Поэтому ходов будет 63. То есть вы утверждаете, что у вас только один недиагональный ход, да? Нарисуйте картинку и посмотрите. Может быть, у вас там все-таки маршрут пересек сам себя? Интересно, а считать кто будет? Малыши, кто будет считать? 3, 4, 5, 6, 7. 7 это вот в нижней полосе. Ну, да, нет, давайте я посчитаю. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, дальше. Слушайте, это же вот какое надо иметь неуважение к людям, чтобы так рисовать, а? Вот ему, чтобы попадать в центр, нужно потратить на какую-то ничтожную долю секунды больше, но он это не будет делать. Понимаете? Потому что ему очень важно быть непонятым, ему очень важно, зачем вы так делаете? Почему у вас центр клетки расположен вот здесь? Я понимаю, если вы здесь чуть-чуть сбились, но вот настолько, это не случайная ошибка, это просто неуважение к тем, кто на вас смотрит. Угу. Прямой ответ. Так. Ну ладно, рисуйте, рисуйте дальше. А ведь получается. Когда следит за собой, то получается. Так,
Отлично. Сколько же у нас полос? Полоски. Четыре. В каждой полосе сколько ходов? Семь. 28. Хороший результат. Хороший результат, ребят. Вот, ну, обидно, что рисовали не очень красиво. Садитесь, все. Разумеется, никакого доказательства у вас нет, что это лучший способ. Более того, этот способ вовсе не лучший. Можно гораздо больше. Значит, пожалуйста, в тетрадях нарисуйте маршруты. Можно больше, чем 28. Он может начинать не в угловой клетке? Он может начинать в той клетке, да, в которой вы хотите. То есть в условии задачи сказано, что он начал в какой-то клетке и закончил маршрут в какой-то другой. Никакого условия на эти клетки нет. Кто из вас первый? Скажи. Так. У вас на самом деле абсолютно одинаково. А сколько у вас здесь? 42. 42. Не, у тебя уже не получится. Дело в том, что ты заходишь на одну и ту же клетку два раза. Понимаешь, вот это центр. Вот это центр клетки. Понимаешь, вот это тоже центр клетки. А это непонятно? Что мы ходим по центру. Кстати, ребята, это очень, очень важно. Отойдите. Отойдите, пожалуйста. Это очень важная вещь. Почему я ругался вот на это? А потому что я понимал, что вот так будет. Потому что это же только кажется, что ошибается просто так. Нет. Это специально рисует, чтобы само себя обмануть. Потому что вот это вот. Это он называется «побывал в центре клетки», да? Вот здесь вот центр нарисовал, вот здесь центр нарисовал. Вот здесь два центра, и она не видит, что это одно и то же. Так, все-все-все, давайте я сейчас вам доску нарисую. Сколько у вас? 46, 42, 39. Ребята, это все неправильные ответы. Это все неправильные ответы. Так, у кого больше? Кто больше себе назвал число? 46? Все, давай, остальные садитесь, рисуй. Это все равно ответ неправильный, но, по крайней мере, он близок к правильному. Что? Садись, пожалуйста. Это все не все ответы. Вообще-то я просил для цветной, не он? Да? Центром. Неужели вы не понимаете, что вот это далеко не центр? Садитесь. Значит, ребят, пожалуйста, когда вы выходите к доске, будьте добры попадать в центр клетки. Это минимальное требование, но пока ответы у всех неправильные, я настаиваю на том, что центр клетки находится в центре, а не на границе. Да, сколько? 49. Отлично, это правильный ответ. Берите красный мел и, пожалуйста, попадайте в центр. Бродить по доске, там как-то, вот, а выбрал довольно такой простой, естественный способ. Он пока можно идет по диагонали, потом переходит на соседнюю диагональ, идет по ней настолько долго, насколько можно. Смотрите, да-да-да, смелее. Потом идет сюда, опять идет вдоль диагонали. Пожалуйста, себе в тетради все это нарисуйте. Такой удивительно естественный маршрут.
Но заметьте, у него действительно 49, в то время как у тех, кто пытался что-то выведать каким-то хитрым, вихлястым способом, получалось меньше. Конечно, видно, что очень много диагональных ходов. Однако, почему никто никогда не сможет придумать маршрут, в котором будет еще больше диагональных ходов? Не 49, а 50. Да? Что доска? Нет, ну видите ли, когда выходил человек и говорил, что у него 46, а другой говорил 44, вы тоже, если бы мы нарисовали те картинки, они тоже выглядят достаточно убедительно, и там тоже кажется, что больше нельзя. Нет, понимаете, нельзя сказать, что вот, а я думаю, что больше нельзя. Нет, нужно доказательство. Одна из важнейших черт математики, это то, что в этой науке нет таких вот авторитетов. Я сказал, что так, все запомнили, да? Нет, это именно наука, в которой есть доказательства. Есть какие-то логичные рассуждения, которые вас должны убедить. Понимаете? Это не приказ какого-то такого главного математика на свете, да? Нет такого главного математика. Никого. У математиков нет никакой структуры, никакого царя, никакого бога. Нет. Есть рассуждения, которые должны убедить. Вы должны найти причину того, почему никто никогда не сможет найти маршрут, в котором будет больше, чем 49. Ага, сложно. Сложно сделать? На самом деле, действительно сложно. Здесь действительно нужна некоторая идея. Я очень боюсь, что вы сами ее не придумаете, и поэтому я ее подскажу. Помните, я говорю, что у меня есть зеленый кусочек мела? Согласны? Обратите внимание, что на этой картинке через каждую зеленую точку проходит ровно один диагональный ход. И обратите внимание, что если у нас через зеленую точку пройдут два диагональных хода, то они в этой точке будут пересекаться. Согласны? Теперь осталось посчитать, сколько же у нас этих зеленых точек. 49. 49. Почему? Потому что их 7, и здесь 7. 7 умножить на 7, 49. Значит, диагональных ходов не может быть больше, чем зеленых точек. А зеленых точек 49. Вот, ребят, очень важно, как устроено решение этой задачи. Оно состоит из двух частей. Одна часть – это конкретный пример вот этого красного маршрута. Вот он сидел, придумывал и придумал. Другая часть
Это зеленые точки, которые показывают, что больше, чем 49 не может быть. Маршрут показывает, что 49 бывает. Зеленые точки показывают, что больше, чем 49 не бывает. Отлично. Сейчас будет задача, которая отличается от этой, казалось бы, одним словом, но гораздо интереснее, чем то, что мы сейчас решили. Задача. Король прошел по всем полям шахматной доски. Маршрут не самопересекающийся. Пока все то же самое, да? Но, внимание, закончился там же, где начался. То есть вот требуется, чтобы эти две клетки, это на самом деле была бы одна и та же клетка. А вопрос тот же самый. Наибольшее количество диагональных ходов. Самое большое возможное количество диагональных ходов. Значит, ребята, опять рисуем. Я для вас рисую доску. Вы каждый в тетради. Значит, рисуем маршрут короля. Ответ будет намного меньше, чем 49. 31 клетка. Нет, не 31 клетка, а 31 ход. 31 ход. Вы нарисовали скальп? Вы нарисовали скальп? Нет. А почему вы выходите в доску? Я могу добавить. Нет. Ребята, опять-таки, надо иметь уважение к своим товарищам. Если бы здесь у нас в дружке было 2-3 человека, то совершенно нормально было бы, что вы с любой своей мыслью выбегаете. Здесь много людей. Поэтому надо не просто выбегать с любой идеей. Да, что? Сколько? Отлично, посчитать даже не можете. Вас никто не торопит. Рисуете маршрут, проверяете, сколько у вас? 31. Ответ не верен. Можно больше, да? 24. Ответ тоже не верен. Можно больше. Нет, в этом нет ничего плохого. Ребят, это не страшно, это не преступление. Да, что? 45 диагональных ходов? Должен вас огорчить, вы где-то ошиблись. Так много не бывает. Рисуйте, проверяйте себя. Я же говорю, что рисуйте. Да. Конечно. Да. 35 – это ответ неправильный. Я могу сразу объяснить, почему он неправильный. Ребята, дело в том, что все, кто называют нечетные числа, они неправы. Рассказываю. Шахматная доска состоит, как известно, из белых и черных клеток. Знаете? Когда вы идете по диагонали, то цвет клетки не меняется. Вот черная, здесь черная, черная. Когда вы ходите по диагонали, цвет все время один и тот же. Когда вы идете по горизонтали или по вертикали, цвет меняется. Если в конце вы оказались там же, где были в начале, это значит, что поменять цвет вы должны были четное число раз. Поэтому количество ходов по горизонтали или по вертикали обязательно должно быть четное. Всего 64 хода. Соответственно, и количество диагональных ходов тоже обязательно четное. Поэтому те, кто говорят 25 или любое нечетное число 45, все ошибаются. Ответ? 30. Нарисуйте. 36. 36. Это больше, чем 30. Делите сюда на доску. У вас какой? 40. 40, если честно, не бывает. Проверьте себя. 40 – это слишком много. У вас сколько? Сколько? 49? 41. 41. Нечетные числа. Я только что объяснил, почему не бывает нечетное число. Вы где-то запутались. Если маршрут… Решает мальчик, да. И при этом у меня 31 ход. Вот, который… Нет, у вас не может быть 31 ход. Вы просто просчитались. Возьмите ручку и просто пройдите по своему маршруту, отмечая. Наверное, вы первое и последнее звено посчитали дважды или что-нибудь в этом роде.
Так, ну, садитесь. Все, что могли, сделали. Так, давайте я буду вас проверять. Значит, итак, один диагональный ход. Начинаем с этого, да? Первый диагональный ход. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой. Значит, у вас никакие не 30, у вас 28. Ну, это, впрочем, тоже не так мало, но тем не менее, у вас 28. Можно, но это неинтересно. Это меньше, чем правильный ответ. Сколько здесь ходов? Значит, давайте я буду считать так же. Значит, давайте начнем с этого. Сейчас, смотрите, все, что могли, сделали. Значит, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Замечательно. Получилось 36 диагональных ходов. Поскольку я уже решал эту задачу, я знаю, что это правильный ответ. Никому не удастся найти маршрут, в котором больше ходов. Эта задача, между прочим, была много уже лет назад, 30 назад, на Всесоюзной математической олимпиаде. Причем она вовсе не для вашего возраста, а для гораздо более старших школьников. Так что решение у нее, разумеется, довольно сложное. Тем не менее, мы его с вами сегодня разберем. Значит, ребята, смотрите. Нам нужно доказать, что не бывает больше, чем 36 диагональных ходов. Вы помните, сколько всего ходов? Сколько всего клеток на шахматной доске? 64. На самом деле, 64 минус 36, это сколько? Это будет 20. Это 28. Но мы один ход не можем сделать, так как одна клеточка наша начальная. Я не знаю, что мы там можем, что не можем. Мне интересно, на самом деле, другое. Мне интересно, что такое 428. Никто не знает. Вообще, число 28 довольно часто встречается. Да? Кажется, 28 – это ходы, которые не диагональны. Но это в этой задаче. А вообще, чего на шахматной доске 28 штук? 28. Всего шахматных пешек и фигур вместе 32, конечно. Что? Да? Белых клеток тоже 32. Столько же? Да. Чего на шахматной доске 28? Да. Нет. Ну, ребят, ну что вы так вот? Зачем говорить ради того, чтобы сказать? Да. А цифра был? Да. Клеток диаметра. Что? Клеток диаметра. Какого еще диаметра? Что такое диаметр? Ну, всех сторон. Выйди, покажи. Ты правильно показываешь рукой и говоришь какие-то странные слова. Границ, на самом деле, хотел сказать.
граничных клеток. Давайте объяснимся. На верхней линии 8 клеток. Здесь 8, 6 и 6. 8, 8, 6 и 6 – это действительно 28. А можно было еще по-другому объяснить. Смотрите. Если берешь вот эти вот 7 клеток, вот эти вот граничные 7 клеток, да еще берешь эти 7 клеток, и еще эти, и еще, какие там еще, и еще вот эти, понимаете идею? Вот это полоски из 7 клеток, это полоски из 7 клеток, это из 7, и вот это вот из 7 клеток полоски вместе дают как раз 28. Таким образом, скорее всего, число 28 недиагональных ходов, количество вот это 28, как-то связано с тем, что граничные поля именно в количестве 28 штук присутствуют на доске, да? Граничные поля – это как путь обхода до той клетки, с которой мы шли. В каком-то смысле, да, это путь обхода, но как-то сказать понятно. Ребята, а давайте посмотрим. Здесь мы идем вдоль границы, видите? А потом ушли, но вернулись. Скажите, мы могли уйти только по диагонали, а не вернуться, или нет? Нет. Нет, почему? Почему мы не могли из этой клетки пойти по диагонали, по диагонали, по диагонали, по диагонали, по диагонали, по диагонали и прийти в соседнюю? Потому что они разного цвета. Путь по диагонали не меняет цвет клетки. Поняли? А соседние клетки, они разного цвета. Поэтому вот смотрите, здесь цвет клетки поменялся, а здесь по диагонали он не поменялся. Дальше смотрите, опять идем. Опять поменяли цвет клетки. Поменяли цвет клетки. Но здесь мы зачем-то еще раз поменяли и еще раз поменяли. Именно из-за этого на этой картинке было количество меньше, чем на самом деле на той. Перехожу к этой картинке. Здесь все очень хорошо видно. Смотрите, идем вдоль. Дальше. Поменяли цвет. Пошли по диагонали. Поменяли цвет. Поменяли цвет. Поменяли цвет. Значит, смысл простой. Если мы не будем обращать внимание на внутренние поля. Вот здесь вот есть 6 на 6, такая внутренняя часть доски, без граничных полей. Если мы не будем смотреть, как там находится, а будем смотреть только на границу, то маршрут короля устроен так. Идет по границе, потом вышел погулять и опять в соседнюю точку границы. Прохождение границы идет в строгом порядке. Это очень легко объяснить. Значит, господа, вот если у нас с вами, смотрите, имеются вот эти граничные поля, и мы с некоторого граничного поля пошли куда-то королем, и представьте себе, пришли бы не на соседнее поле, тогда у нас вот эта линия ограничивала бы какую-то область, и уже нельзя было бы в эту область пройти без того, чтобы ее пересечь. Понимаете? Поэтому мы не могли попасть сюда. Мы как-то там гуляли, и прийти должны были обязательно вот в соседнюю клетку. И между этими соседними клетками обязаны сделать не диагональный ход. Потому что цвета этих клеток разные, а пока мы ходим по диагонали, то цвет клетки поменяться не может.